Снова здорово, ребят. Наконец-то я записываю видосик. Сегодня на стриме мы разговаривали, говорили, задавался вопрос о играх, которые на долгое время, то есть, которые не то что на один раз поиграть, а как Звездные войны, их надолго. Вот, естественно, я не мог обойти стороной НФС-ку, No Limit. Почему? Потому что я очень неравнодушен, в принципе, к НФС. Ко всей серии игр нет, только первый, второй Underground, это божественные игры. И Most Wanted, тот, который выходил после Underground'а. Вот, то, что сейчас клепают, конечно, для меня это жесткое разочарование. И сказать, что достойные преемники, нет, абсолютно ни разу никак. Сейчас у нас обучающая гонка, то есть ее особо смотреть смысла никакого нету, поэтому просто поболтаем немножко. Вообще, я хотел для вас записать Zombie Rules. Это очередное подобие папка, но плюс зомби. Но по какой-то причине, вот именно от этой студии, которая выпустила Zombie Rules, и еще одну игру, я забыл, к сожалению, название. Эти игры у меня не работают. Они запускаются, все отлично, но только у них нижняя половина экрана абсолютно никак не реагирует на нажатие. Соответственно, и поиграть их я никак не могу, потому что даже на первой стадии, где надо принять условия соглашения лицензионного, я даже не могу принять условия соглашения. Вот, поэтому мы начинаем серию игр Need for Speed No Limits. Если вам нравится эта игра, то обязательно подписывайтесь. По поводу советов насчет какие тачки брать, не брать, скажу вам честно, ребят, насчет этой игры советы вряд ли буду слушать. Никогда в гонках не брал машины те, которые... Ну, не выбирал их по техническим характеристикам. Всегда брал только то, что мне нравится. Собственно говоря, как и в жизни, у меня такая же фигня. Вот выбираю то, что мне нравится, и плевать вообще, что у нее под капотом. Так, давайте, мы прошли обучение. Давайте откроем премиум контейнер, нам один на халявку дали. И что у нас? Subaru BRZ. Окей. Так. Мои машины. Что нам можно машину выбрать? Да, Ford Fiesta. Симпатичная машинка. Гольф сразу нет. Subaru или Toyota. Они выглядят одинаково. Они выглядят одинаково. Но у меня больше судьба лежит, конечно же. Не судьба, а душа лежит к Subaru. Но я думаю, сейчас все поклонники Subaru мне плюнут в рожу, поставят дизлайк и скажут, что я говно, потому что я возьму Fiesta. Почему так? Я люблю Ford. Я езжу на Ford. Мне эти машины очень симпатизируют. Хотя тоже не без нюансов, конечно. Так, это у нас что вышло нового? Это я все пропустил, потому что игру уже скачали 50 миллионов человек. Ребята, вслушайтесь в эту цифру. 50 миллионов. А я только сейчас начинаю в нее играть. Да, бывает и такое. Я не первый, который начинает в нее играть только сейчас. Многие с ней будут знакомиться. Я думаю, для многих как раз таки этот видос будет интересный. Будем проходить также вместе, параллельно. Так, хорош трепаться, женщина. Не люблю много трепа, сказал я. Да? Так, всем, кто, кстати, приходил на стрим, всем огромное спасибо, что пришли. Классно пообщались. Это не последний стрим. Далеко не последний. Хотя, опять же, все зависит от вас. То есть, если никто не будет приходить, то для кого я буду это делать? Чтобы так с самим собой пообщаться, ну, я, в принципе, и так могу сам с собой поговорить. Меня это нисколько не смущает. Так,
Задание у нас много, ежедневное задание. И погнали, знаете, мы сейчас куда с вами завалимся. Настройки профиля. Необходимо имя. Естественно, имя у нас уже автоматически подгреблось. Это Фрисон. Так, дальше. Что у нас? Параметры. И что у нас, кроме управления ничего нет? Графен? Нет? Ну, ладно. Бог с вами. Так, хватит мне давать уже плюшек. Давайте в конце-то концов посмотрим, что у нас это неинтересно. Подробнее подписываться. На что подписываться? Хотите в числе первых узнать об обновлении? Нет, абсолютно неинтересно. Грузовые доки. Давайте взглянем. Контейнер японского рынка. Неплохо, неплохо. Но нет, мы поедем, конечно же, в компанию. Давайте прокатимся пару раз. Посмотрим, что к чему. Прокачаем нашу тачку, с чем сможем прокачать. Учебные колеса, час пик, обойдите соперников, час пик, выбор машины. Не-не-не-не, вот же у меня есть, так, Ford Mustang, Dodge Challenger, тоже ништяк SRT8, Subaru Impreza, Fiesta. Так, вот только я одного понять не могу, откуда у меня Mustang взялся. Ребятки, давайте на нем и прокатимся, почему бы нет. Победители. Все было, конечно, до безобразия просто. Отставание на 10 секунд у нашего соперника. Так, маховик, ништякос. Давайте заглянем в гараж. Так, давай, загружайся. Какая-то немножко долгая загрузка. Ага, все, отличненько. Так, что у нас есть? Магазин. Что новое в магазине? Набор прогресса Ford Mustang GT. У нас есть Ford Mustang. В принципе, это неинтересное предложение. Моносерия. Хорошо, жду не дождусь, когда смогу помочь тебе максимально улучшить показатели твоих машин. Моносерия гонки машин одного типа. Расширяй свою коллекцию. Состязайся с ними и выигрывай лучшие детали. Команды из Black Ridge здесь не гоняют, но они заметят тебя, если ты заработаешь себе репутацию. Окей. У нас, в принципе, есть Ford Fiesta. И мы можем на ней, в принципе, прокатиться в моносерии. Давайте опробуем нашу ST-версию. Опять же, получается, у нас она вкачанная мощнее, чем у соперников. Ну что, Фиеста, какой у нее большой диапазон зеленой зоны. Прям вот вообще шикарно. Ну, полочка задняя, это вообще атас. Вот так вот с пацанчиками просто приходишь, толпой сели на эту полочку. Музычку навалили и шикардос. Так, машинка крайне неохотно поворачивает, честно говоря. Несмотря на то, что это передний привод в теории, хотя у Fiesta ST вполне вероятно, что может быть и полный привод, я вам точно не скажу. Рулится она, конечно, отстой. Ford Mustang на заднем приводе рулился на порядок лучше, хотя должно быть все наоборот. Но опять же, это аркада.
То есть не симулятор. Ожидать от нее чего-то реалистичного не стоит. Так, аэродинамический элемент. Отлично. Дальше. Событие номер два. На время. Мы с вами выиграем предохранитель. Да, преды нам нужны, особенно вот у кого автозвук стоит. Ребята, никогда не экономьте на предах. Всегда подбирайте правильный пред, а иначе будет горе. Итак, let's go. Идеальный старт. Ну, мы мальчики-красавчики, у нас всегда все идеально. Так, гонки на время. Честно говоря, недолюбливаю гонки на время. Особенно я помню, на мобильном Most Wanted была такая гонка, что надо было не только на время проехать, но и за каждый удар тебе считывались секунды. Или там наоборот добавлялись, надо было уложиться в какой-то определенный интервал. Это вообще было для меня вот что-то такое нереальное. Они еще тачки подбирают нереально скоростные и при этом вообще неуправляемые. Итак, мы снова в победителях. Да. Ну давайте нам предохранитель. Отлично. Давайте мы вообще хотя бы взглянем на нашу тачку. Что у нас есть? Так, Фиеста. Что мы можем сделать? Движка. Так, мы же движку выбрали. Да, улучшение двигателя. Давайте. Аэродинамический элемент берем. Видишь, не высшая математика, но приходится со своими степенями работать на таких вот людей. Маркус еще та заноза на лаборатории его семьи, настоящая Эльдорадо. Черт, как же я по ней скучаю. Так, не обращай на нее внимания, если будешь повышать свою репутацию, мы добудем для твоей машины детали получше. Просто продолжай выигрывать гонки с компанией, и вам с Тайлером будет с чем повозиться. Отлично. Давайте мы сюда же запихнем маховик. Дальше что мы можем? Нитро-предохранитель. И все, да? Все. По другим машинам голяк. По заданиям заполнить ячеек материалов 3 выполнено. Это ежедневное задание. И помчали обратно. Будем проходить дальше серию. Опять же, за Фиест. О, улучшенная коробка передач. Вот это ништяк, кстати. Надо брать, ребят, надо брать. Карабас решает. Нитронатиск. Проезд через канал Black Ridge. Отлично. Ну, очередная победа, собственно, как мы и планировали. Бочина только у нас малёха расцарапана. Но ничего, всегда есть такая вещь, как локальная покраска. Галактика героев, пройдите путь от мусорщицы до джедая. Мы уже в процессе, не переживайте. Так, давайте воткнем наш карабасик. Да, установить. Так, утилизировать старую деталь и установить. Оставить старую деталь и установить. Так, ну давайте утилизируем. На кой черт она нам нужна? Так, ну что, у нас отличненько, да. Так, выиграть гонок в моносерии 3. Взяли. Выполнить ежедневное задание 9. Это мы еще успеем. Выиграть гонок 12 в процессе. Использовать закись азота 60 секунд. Близкие столкновения. Дрифт 875 ярдов. Использовать топливо. Открыть бесплатные контейнеры 5. Переделать детали 2. Выиграть не менее 5 гонок в компании. Взлететь на 30 секунд. Не обещаю. Ничего из вышеперечисленного. Так, клапан. И помчали. Так, опять же, у нас машинка самая-самая, что ни на есть, вкачанная.
жара. Ну все, мальчики красавчики, как обычно на финише мы с вами первые. 9-й уровень. Я вот, кстати, не понял, откуда у нас все-таки 9-й уровень. Может, я когда-то давным-давно, когда она появилась, только заходил в игру. Может быть, кстати, я, честно, уже и не помню. Это было очень давно. Так, давайте нитрос скачаем свой. Да, есть. Так, и помчали. Все-таки мы завершим сегодня с вами серию. Так, 300 на 228. Ну, опять же... Не соперник ты мне более, не соперник. Догнать и выиграть, давай. Кого догоняем? Напишите, кстати, играете вы вообще в НФС? Ваше отношение к НФС, к новым сериям, к старым сериям? Потому что я знаю, что есть такие люди, которые в принципе не играли ни в первый, ни во второй андеграунд. И я вам сочувствую, ребят. По секрету, кстати, скажу. Ну, не то чтобы по секрету, но у меня до сих пор на компьютере установлены и первый, и второй андеграунд. Я периодически в них подыгрываю. Любимая тачка у меня в обоих частях — это Civic. Прям вообще за нее тащусь, не могу. Итак, что мы можем прокачать? Туба. Упорный стакан, давай. Так, ну что, первую главу из моносерии мы с вами завершили? Завершили, да. Давайте теперь посмотрим Hot Wheels. Что у нас тут есть? Начать серию. Попробуем. Новая машина на прокат, отлично. Что вы мне дали? Эй, да, ты мне нужен, мне нужен механик и водитель. Говорят, что ты лучше все в обоих этих областях. Ну, немножко неправильно, конечно, написано. Я Джун и Май, дизайнер Hot Wheels, и у меня есть классная идея. Существует большой турнир, который проводится в разных странах мира. Infinity Evolution Challenge. Турнир сейчас проходит в Black Ridge. У меня есть идея построить реальную машину Hot Wheels для этого события. Я буду все снимать на видео, только представь, машина Hot Wheels выиграла гоночный турнир. Кстати, по-моему, газманки собирали, если я не ошибаюсь, машину Hot Wheels. Турнир придется начинать на стоковой машине. Мы нашли такси, с которым можно поработать. В течение нескольких недель мы это такси превратим из тихого в дикое и представим миру тайм-атакси. Садись за руль и покажи мне, на что она способна. Давай. Оу. Итак, глава первая. Событие 1. Гонка на время. Так, магазин Evolution. Что у нас тут есть? Так. Что, возьмем первичную волну? В принципе, у нас... А, денег у нас тю-тю. Ладно. Тогда помчали. Награда маховик. Отлично, такси у нас есть. Let's go. Вот это он, тайм атакси, видимо. Вау, вот это пушка гонка. Проходил ее, по-моему, раза три. Отличнейшая игрушка. Отличных событий на карте.
как для нового игрока, немного, конечно, напрягает. Но, опять же, всегда есть чем себя занять, и это, конечно же, плюс. Давай, маховик. Отлично, спасибоньки. Так, сейчас мы воткнем маховище. Есть контакт. Так, нам их надо три, да? Событие номер два. В воздухе. Воспарите над соперниками в гонке, напичканной прыжками. Давайте рискнем. Симулировать стоит 10 золота. То есть, как я понимаю, компьютер за нас просто пройдет. Есть, да, через канал Black Bridge. Но нет, мы как бы и сами должны попробовать. Вы прикиньте, не удалось. Ай-яй-яй. Дубль 2, давайте исправлять положение. Что поделать, если человек рукожоп, то с этим ничего не поделаешь. Ой, там кто-то на Поршике. Он, может, и в прошлый раз был на Поршике, но я, честно говоря, этого не заметил. Я заметил тачку Торетто, мне этого было достаточно. Так, спокойненько, спокойненько. Отлично. Нитро. Вот это попрыгушки. Ну, теперь-то мы точно победим. Да, победа теперь за нами. Исправили свой косячок. Это что, такси? Да, Мэри, это такси. Итак, давайте нам шклапанок. Сейчас мы его быстренько впихнем на нитро. Опять же, нам тут надо три клапана. И давайте, сколько у нас тут? Все-таки дойдем до конца этих событий. И я думаю, что на сегодня хватит ознакомительной части. Игра, в принципе, видео получается, в принципе, и так достаточно долгим. Плюс мне еще надо, ребятки, все-таки выложить сегодня же. Хотя, наверное, пока я выложу, то уже наступит следующий день. Опять же, у кого как? У кого уже наступил следующий день? Все мы живем в разных часовых поясах. Россия, мать, не дать, не взять, необъятная. А кто-то нас смотрит и не из России. Так, помчали, помчали, помчали. Давай, давай, давай. Сейчас нитруган накопится, и мы его, думаю, вздернем. Ну, вот так мог только я. Это вот чисто вот мой подход. Врубить нитро и врезаться в жопень сопернику. Ну, правда, обычно это еще заканчивается моим проигрышем, но здесь нет, как-то получилось, мы все-таки выиграли. Так, событие номер 4. Блин, на пятое событие нам не хватит билетика. По ходу пьесы. Так, помчали. Так, Фиеста Супра Мустанг GT. Зачет. Мустанг-то старенький или новенький? Где-то Мустанг вообще. А, вон он. Не, новенький. Супра тоже тачка от АС. Блин, класс. Сейчас такого уже немножко не делают. Сказал я, конечно, как старперчик. Ну, что поделать. Сейчас переходят все на роботы, на всевозможные турбины и прочую шушеру, которая через 5 лет развалится, и никто не знает, как ее ремонтировать.
Я все-таки за атмо и за стандартный гидротрансформатор. Желательно на 6 скоростей. Так, очередная победа. Но билетика, да, билетика у нас не хватило, к сожалению, ребят, из-за того, что я завалил одну из гонок. Билеты событий на исходе. Смотрите рекламу и сократите ожидания. Так, первичный вал есть. И вообще, знаете, я сейчас поставлю видео на паузу. И быстренько, наверное, посмотрю рекламу. Для того, чтобы мы могли завершить все-таки это событие. А, не, нифига, тут всего лишь ожидание минус 25% сократится, а ждать 48 минут. Обломушки, ребятушки. Давайте заглянем на черный рынок. Так, что у нас здесь продается? О, Lotus BMW M4 Razrazer. Что это такое? Ничего так, ну признаюсь, не люблю BMW. Так, Хамут, Dodge, Mustang, Subaru Impreza и многое другое. Реле опять же у нас есть. Давайте мы, в принципе, наверное, затаримся, да, маленько? За обычные бабосик купим. Все заберем. Так, а тебя возьмем одну, потому что я не знаю, куда ты у нас встанешь. Так, грузовые доки. Так. Стоп. Взять, вот у нас даром есть еще один. Итак, первичный вал. Ну ладно. Так. И здесь у нас еще один даром премиум контейнер. Открывайся. Кто ты? Что ты? О, спортивная нитро. Ништяк. Прямо-таки редкая. Так, дальше у нас что? Автосалон. Давайте взглянем на новиночки. Так, ну автопарк, в принципе, здесь достоин. Ой-яй-яй-яй-яй, Сильвия. Красотка, не дать мне взять. Ну что ж ты будешь с ней делать, Sky? Да, ребятки. Вот это вот вообще. Это же, по-моему, Кеноблока тачка, если я не ошибаюсь. Его личная. Мерин. Мерседесы тоже не люблю. А вот она Тайма такси, кстати говоря. Так, что у нас есть еще из такого интересненького, эксклюзивненького? Так, это что? А, Ягуарчик. Так, Так, это все неинтересно. Нет. Так, что у нас? Магазин тюнинга, гараж. Давайте в гараж еще заглянем, установим нам необходимые запчасти. Есть хомутик, поставили, все. Давай движку плюс звезда. Да. Зачтено. Дальше по крышке можем также воткнуть этот хомутик. Вот куда нам нужна была релюшка. Отлично, просто шикарно. Не зря мы ее взяли. Так, и что? На что мы еще можем поставить? Так, Subaru, Dodge, Mustang. А что мы можем на Mustang воткнуть? А, ну опять же по хомутикам. Все, теперь успокоились, да? Да. И магазин тюнинга. Что же тут нам интересного предлагается? Изменение внешнего вида машины – прекрасный способ показать всем свой стиль. При получении каждой новой стадии тюнинга в магазине тюнинга будут появляться новые краски и улучшения. Хотите, чтобы машина выглядела как зверь, получайте новые стадии тюнинга и открывайте крутые модификации. Покажите мастерство и получите варианты окраски. Вы будете получать их за дрифт, прыжки, нитро и победы. Ну хорошо, давайте мы, собственно, с нашей фиестой посмотрим, что мы можем сделать.
мы можем выбрать окраску или не можем. У нас вообще хоть что-то открытого есть? Так, здесь нету. Мастерство класса. Брызги. Во, у нас есть брызги. Давайте зацепим. Так, а что у нас? Все получаются одинаковые, что ли? Только цвет разный. Ну, честно говоря, это какая-то хрень. Метка. А вот это вот, кстати, может прокатить. Вот это еще неплохо. С одним исключением, что сначала мы должны определиться с цветом самого автомобиля. Давайте мы запилим какой-нибудь корпус, а запилим мы его, наверное, матовым. Что ж, у нас тут будет красиво-то так смотреться. Черный не сильно банально, белый тоже не, учитывая вот эти вот вырезы на задних дверях. Давайте, наверное, что, тогда на синем остановимся. Дальше тонировочка, тонировочка. Ну, тонировочка по ГОСТу, тут как бы вообще без вопросов. Так, дискари. Дискари, я тоже думаю, что мы пойдем по фану. И это будет у нас... Нет, сильно яд, черный. Так, а вот тормозные суппорта мы сделаем какие-нибудь... Где они? Я их не вижу. Ага, вот они. Не, ну красный банальщина, конечно, до безобразия. Давайте зелененькие писанем тормозные суппорта. Что мы еще можем покрасить? Так, тонировка у нас уже есть. Это есть, это есть. И теперь уже возьмем окраску. Что у нас открытого? Где открыта метка? И посмотрим по цветам. Так. Неплохо. Вот тоже, кстати, хорошо. Блин. Так, нет, не то. Нет, может быть. В принципе, нет, нет. Давайте, что, наверное, желтенькое пойдет, да? Да, пусть остается желтенькое. Внешний вид мастерская. Фары. Реснички. Хочу. Капот. Не, только не углепластик, ребят. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так, а стоковый у нас какой? Оставим стоковый. Дальше. Воздухозаборники на крыше. Ну, это, по-моему, откуда-то уже заезженная тема. Просто до безобразия. Так. Зеркала. Карбон. Вот неплохие, хочу их. Так, фары у нас уже есть. Капот мы уже смотрели. Во, спойлер. У нас, в принципе, и так... Вау, вообще не то. Нет, мы, наверное, оставим нашу полку, но сделаем ее карбоновую. Так, обязательно тонировку на фонарях. Так, выхлоп поставим такой же пердак. Ну где сп... А, во, гребеночка. Ну давайте гребеночку поставим. И что, все? На этом мы закончили? Вот, кстати, странно, а как выбрать... Во-во-во, колеса моргают. Давайте по дискарям прокатимся. Ой, как мне нравятся такие с полочкой. Прям вообще конфетка. Вот это вообще тоже хорошо. Блин. Может, у кого-нибудь есть на продажу такой диск? Я бы прикупил. Вот, тоже огнище. Не, ну по части тюнинга они, конечно, молодцы. Сюда напихали, дай боже. И мы с вами остановимся. Так. Очень неплохо. Но мне что-то понравилось вот это. Да. Что у нас, комплекты еще есть? Ну... Нет.
ну, у нас, наверное, самый козырный все-таки комплект стоит. Все, вот такая у нас с вами машинка будет, и на ней мы будем жестить по полной. В следующем выпуске мы, наверное, попроходим еще немножко моносерию и Hot Wheels. Если вам интересно, обязательно подписывайтесь на канал. Будет приятно с вами пообщаться, поиграть. Всем хорошего настроения и пока.